Всем привет! С вами Валентин Шкандыбин, и сегодня для вас я хочу презентовать такой музыкальный инструмент, который называется глюкофон. Инструмент имеет также еще несколько названий, такие как Tank Drum или же Happy Drum. Инструмент очень интересный. Пока еще нет таких людей, которых он оставил бы просто безразличными, и которых бы не тронул сердца, и они бы не сказали: «Вау, что это за штука такая?». Вот. Совсем недавно в нашей мастерской мы начали производить такие инструменты. Вот именно поэтому я сегодня делаю для вас такой обзор. В данном случае представлена настройка в строе Акебона Pentatonic. На этом инструменте можно играть как при помощи палочек, так и при помощи наших с вами пальчиков. Вот. Изготавливает эти инструменты мой отец. У нас потомственная линия мастеров. Его зовут Василий Шкандыбин, меня зовут Валентин Шкандыбин. Для того, чтобы вы смогли погрузиться в пространство музыки и почувствовать этот инструмент еще лучше, я для вас немного сыграю вначале палочками, потом при помощи пальцев. Теперь при помощи пальцев. О, палочки. Палочки прыгают. Преимущество игры пальцами заключается в том, что мы можем ударять сразу по двум или даже трем лепесткам. Или можно даже играть вот таким вот образом. Вот, ну и так далее. То есть экспериментов здесь можно проводить множество. На этом, пожалуй, все. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если есть вопросы или комментарии, пожалуйста, пишите, задавайте интересующие вас вопросы, пишите, может быть, какие-то советы. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока!